Медики настоятельно рекомендуют семьям вакцинировать детей против смертоносных болезней. Иммунизация позволяет предотвращать ежегодно до 3 миллионов летальных случаев – от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. В этом году иммунизация проводится под девизом «Не отставайте от жизни». Исключением не стал и наш город. Единственное, то первое, с чего можно начать, чтобы помочь своему ребенку быть здоровым. И все больше людей начинают понимать, что вакцинация – это первый старт к здоровью своего ребенка, к его будущему. Во всех учреждениях соблюдается холодовая цепь доставки. Очень строго производится доставка препаратов и хранения. Существуют и отечественные, и зарубежные вакцины, которые, не могу не сказать, что отечественные вакцины нисколько не уступают ни по иммуногенности, ни по частоте. Каждому ребенку можно подобрать индивидуальный план вакцинации.